Интересное предложение Центробанка, который проводит по всей стране ставшую уже традиционной акцию «Монетная неделя». В ее рамках граждане могут в банках-участниках обменять скопившуюся у них мелочь на купюры. Тверская область не исключение. В прошлом году по всей стране было собрано около 20 миллионов металлических денежных знаков на сумму почти 83 миллиона рублей. Теперь их снова можно принести в коммерческие кредитные организации. Кстати, в прошлом году россияне могли получить как обычные, так и памятные банкноты, а также монеты. У граждан, состоящих в браке, есть возможность еще и поучаствовать в конкурсе «Семейная копилка», когда полученные в обмен на мелочь деньги зачисляются на банковский счет. В общем, Тверское отделение ЦБ просит земляков проявить активность, так как, по данным регулятора, ненужных металлических рублей и копеек на руках скопилось очень много. Это 72 миллиарда рублей. И на каждого жителя страны приходится 500 монет. Но большая часть этих монет не находится в обороте, а оседает в копилках граждан. И вот как раз наша акция призвана вернуть эти деньги в оборот и сократить расходы Банка России на чеканку монет. Граждане могут принести монету в неограниченном количестве, обменять ее в банке. Но единственная рекомендация – рассортировать их по номиналам, чтобы меньше тратить на это времени.